торговом центре Shopping Moldova завершился сезон зимних скидок. В течение целого месяца мы освещали эту акцию, а также знакомили вас с наиболее интересными коллекциями, которые представлены в магазинах Мола. Логическим завершением этой акции стало вручение главного приза в рамках розыгрыша «Будь первой к сезонным скидкам». Счастливым обладателем сертификата на покупку одежды стоимостью 1000 евро стал Виктор Гирек. Именно ему представится возможность выбрать понравившиеся вещи, консультируясь со стилистом Валентиной Радченко. Давайте с ним познакомимся. Итак, вот он наш победитель, Виктор. Здравствуйте. Надя. Поздравляю вас с победой, в первую очередь. А как вы узнали об этом розыгрыше? К нам прокурати Хайнен Мол місце з Пуздобичем на Матбуну з Мінчерпну року була лотерея, яка є фосторганізатор, ЖОС. А з Тачем Факут. Ну, ви вірили в победу? Ірам цін счептик, з ям спуз білетулу і Софії Каштігатор. А что конкретно купили? Какую вещь? Мен прокурату перекиди панталонь, дела компания Штельма. Часто бываете в моле? Дестул де дес, пентру кайон лог, дестул де интересант, он де после петрещи темпел либер. Итак, сегодня стилист Валентина Радченко будет помогать вам подобрать комплект одежды. А какой стиль вам нравится? Я префер стилу практик, и начало штимп, после меня, конечно, тихайне мой классичек. Ну, ты готов довериться сегодня Валентине? Осенчеркам. Валентина, подбирая комплект Виктору, чем вы будете руководствоваться? Ну, первое, это, конечно, то, что я спросила его, какую одежду он предпочитает в жизни, чем он занимается, потому что это тоже очень важный момент. И учитывая то, что он является студентом юридического факультета, будущий юрист, и уже как бы отдает приоритеты в одежде офисно-классическому деловому стилю. Вот так. Ну, поэтому нарушать собственный имидж, созданный им, человек обладает неплохим вкусом, это я могу сказать точно. Поэтому навязывать какие-то новые креативные, совершенно креативные, несвойственные ему решения мы не будем. Вот. Отталкиваясь от него, мы будем создавать, но все-таки, я бы так сказала, это будет офисно-деловой и чуть-чуть с креативом образ. Итак, здесь с Виктором мы выбрали несколько вещей, но которые взаимозаменяют, взаимодополняют друг друга, и из которых строятся, ну, я бы назвала так, два разных совершенно стиля. Вот первый стиль – это, ну, такой, скажем, повседневный, креативная классика. Назовем это так. И здесь это пиджак, который мне очень нравится, потому что это… Вот что. Вид, помоги мне, покажи. Да. Это отстегивающаяся деталь, которая делает этот пиджак вот совершенно разным в двух вариантах. Стоимость этого пиджака 425 евро. Здесь подобраны жакет, пуловер и шарф, который носится тоже в двух вариантах. Это вот в данном случае мы сделали его вот так. И вид, еще один вариант показываем. Да. Когда он носится вот таким вот образом. И интересный шарф сам по себе, потому что он двойной, двух цветов. Это джинсы и это туфли. Туфли классика, но в данном случае классика, которая позволяет дополнить и джинсовый стиль. Вот это то, что первый вариант. Основой этого комплекта и первого, и второго является пиджак. И сейчас Виктор переоденется и покажет нам второй вариант. Ну что ж, вот он, второй вариант на основе одного и того же пиджака. Теперь этот пиджак приобрел классический вид.
рубашка, интересно подобранный. Просто сама модель рубашки мне очень нравится, сорочка мужская. И вариант, когда вот такая деталь, как шарф, моя любимая деталь. Шарф немножко делает этот костюм не просто классическим, а индивидуально классическим. И в данном случае это уже классические черные брюки, туфли. И на основе одного пиджака сделан еще один образ нового Виктора. Выбрали вещи в магазине Ted Lapidus, и мы идем дальше. За каким стилем? Ну, теперь мы будем создавать, наверное, не совсем привычный для Виктора стиль спортивно-молодежный. Так, вот еще один вариант, который подобрала Валентина Радченко. Тебе нравится? Да, Forty Mood. Песа преферата, как единая композиция стилистика Маша. Карим, если у кулари мои малини штитыш, карим, стекет, качал мой бей. Сейчас мы идем выбирать обувь. Последний штрих – помочь выбрать Виктору спортивную обувь. Мы идем в Nike. Вот уже выбран последний акцент, сделан последний акцент в нашем путешествии. И то, что это кроссовки фирмы Nike, замечательная фирма, замечательная обувь, которую Виктор подтвердит, очень удобная. И эти кроссовки, они как раз представляют из себя универсальную модель, которая годится для того, чтобы в ней тренироваться и просто носить каждый день, как прогулочная обувь. Витя, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ну, осталось Виктору немножко пофантазировать и добрать, может быть, те мелочи, которые создадут, сделают его костюм совершенно индивидуальным. Это уже будет его задача, которую он с удовольствием будет выполнять. Максимум. Ну что, Виктор, ты доволен покупками? Да, сам Forty Bucuros, каста сам там подкумине, шкритка дебя кума реализез, каста интродивер. Что можешь пожелать другим посетителям мола? Тутурор челор кари интрен мол с vreau să le spun că norocul tot timpul îi așteaptă, nu mai trebuie să le întindă o mână ca să-l ieie. Наша передача подошла к концу. Сезон зимних скидок тоже. Однако торговый центр Shopping Moldova будет продолжать радовать вас новыми акциями, распродажами и множеством ценных подарков.